Вход в программу. Сейчас мы рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для того, чтобы зайти в программу Smart Builder. Каждому из вас будет выслана инструкция в формате Word. Копируем из инструкции эту ссылку и вставляем ее в адресную строку браузера. На открывшейся странице нажимаем на кнопку Download Citrix, после чего программа начинает скачиваться автоматически. Эта программа необходима для подключения к удаленному серверу. Smart Builder не требует установки программы на жесткий диск вашего компьютера. После того, как программа скачалась, запускаем ее. В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Запуск». Принимаем условия лицензионного соглашения. Нажимаем на кнопку «Установить». После установки программы нажимаем кнопку «Готово». После установки копируем из инструкции ссылку на вход в программу и вставляем ее в адресную строку браузера. На открывшейся странице в верхней строке вводим логин в нижний пароль, который указан в инструкции. Принимаем условия лицензионного соглашения. Нажимаем на кнопку «Вход». После этого один раз левой кнопкой мыши нажимаем на иконку «Smart Design». Мы зашли в программу. Можно начинать в ней работать.